Так, и сколько ждать? Я подожду немножко, подожду чуть-чуть, пока кто-то обратит внимание на то, что пообещала, и все-таки, несмотря на задержку нашей съемочной группы и съемки на Первом канале, я все-таки с вами, ребят. Честно говоря, это вообще мой первый прямой эфир, который веду лично. Но думаю, что вы не пожалеете о том, что мы сегодня побудем вместе. Так, а что мне делать? Вот меня Кристина научила, да, это мой помощник по программе вот этих подарков и розыгрыша, которые мы обязательно осветим и расскажем. И вот Кристина мне рассказала, как вообще это все делать. Поэтому, в общем, вижу уже ваши какие-то ладошки и как бы все, значит, все-таки мы на правильном пути. Ну, я с вами сначала пообщаюсь, я просто честно, ребят, я не знаю, как это делать, вы меня простите, ради бога, но всегда первый блин бывает комом, но, надеюсь, у нас комом не будет. Вот. Если вы мне будете какие-то хорошие вопросы интересно задавать, я буду на них, добрый вечер, привет, конечно, отвечать. Но с вашего позволения все вообще нелицеприятные моменты я буду пропускать и игнорировать так же, как и тех людей, которые их пишут. Вот. Ну, что у нас такое? Вот пока добрый вечер, привет. Давайте буду вам что-нибудь рассказывать. Ну, например, как прошел мой день? Он у меня был такой сегодня насыщенный, очень-очень. И, как обычно, он у меня начинается всегда с моего, во-первых, с купели, с ледяной, без которой я просто не могу. Но потом это мое балетное занятие вместе с гимнастикой, с балетным экзерсисом, с репетицией моей. Занимается это по времени где-то 2,5 часа в день. Ну, иногда позволяю себе выходные, конечно, но редко. Вот. Но после этого у меня прошли несколько встреч. И дальше я отправилась на съемку на Первый канал, шла она долго. Участвовали очень интересные личности, Александр Васильев, Дарья Донцова. И было очень-очень позитивно. Ну что еще? Ну потом, вот видите, съемка задержалась, как это обычно бывает. И я пообещала вам, что этот эфир сегодня проведу, поэтому вместо 6 он сейчас. Кто-то просит, попросите не ставить сердечки, а почему, я так и не поняла. Зависает, да. Ну, смотрите, ребят, я же не в курсе, но вот видите, некоторые наши подписчики просят сердечки почему-то не ставить. Хотя сердечки – это любовь, это позитив, то, чем живу я, поэтому хотите – ставьте, хотите – нет. Вот. Ну, в общем, я пообещала быть с вами, так что вот так. А что такое запрос на участие в прямом эфире? А это бывает случайно отправляют, а бывает, чтобы, ну, если человек в прямом эфире с другим был, то есть с твоим подписчиком. Вот если ты запрос примешь, то ты с ним будешь в прямом эфире. Вот видишь, подаю запрос. Вы знаете, я просто не знаю, честно, как этим пользоваться. Но, в общем, надеюсь, что все равно будет интересно. Вот. Ну, что еще? Привет, привет. Ну, ой, сердечки красивые ко мне пришли. Ну, что могу рассказать еще? Недавно был день рождения Ариши, моей дочки. Спасибо всем, кто поздравил. Кстати, так много было поздравлений и добрых пожеланий. Очень было приятно. На этот раз папа Ариша взял на себя организацию этого дня рождения. Вот, спрашивают меня уже, вопросы пошли. Камеру пониже сделать, да? Я просто вот не поняла, нужно, как это сделать. Ну, это вот так. А, ну так и надо сделать, конечно. Uh-huh. Вот. Да, конечно, вот гастролирую. Эти несколько месяцев у меня были такие, ну, месяцы отдыха. А сейчас мой ближайший концерт будет в День учителя. Вот, 4 октября. Конечно, да, больше всего я сейчас гастролирую со своими программами благотворительными, с участием творческих местных коллективов, где бы я ни танцевала, разных, юношеских, молодежных, детских, разных. И благотворительность моего проекта «Симфония добра» в том, что мы всех-всех зрителей на эти проекты приглашаем бесплатно. Ничего страшного, Ксюша, это дочка Кристи маленькая. Вот, спасибо, вы там пишете, что я прекрасно выгляжу, ну... Стараюсь, а что? Наверное, творчество и любовь дают мне позитив и возможность быть всегда вот в радости. Ну, что могу сказать? Поэтому, да, гастролирую, конечно. Сейчас занимаюсь созданием своей новой книги. Это очень тяжелый и кропотливый проект. Ну, и готовлю грандиозный спектакль-шоу, который является мечтой моей жизни, и вы обязательно скоро об этом всем услышите и узнаете, но на подготовку нужно будет достаточное количество времени, поэтому все свои силы я сейчас вот посвящаю балетному залу. Ну, там вот все ваши добрые
пожелание. Тут Володя, по-моему, консоль подсоединился, да, наш адвокат тоже. Вот. Ну, мне приятно просто, да, что вам не все равно. Что бы вам еще интересного рассказать? Мне кажется, у меня так много интересного, что ничего не надо придумывать. Ну, как-то так. Я в директ никому не отвечу, потому что, если честно, я его даже не читаю. Но если вы будете писать в директ на нашу новую страницу, которую мы создали, ну, эта страница специально нужно создать, ничего. Если мы отключимся, мы быстро подключим под зарядку, и я надеюсь, что вы не отключитесь. Вот, поэтому, если вы будете писать в директ как раз нового аккаунта, Волочкова нижнее подчеркивание. Кстати, мы изменили его. Было подарки просто, теперь стало Волочкова нижнее подчеркивание. Подарки один. Да? Да. Правильно. Отлично. Видите? Ну, там Кристиночка вам ответит. А в моем аккаунте я очень редко, ребят, потому что, ну, я имею в виду в директе, потому что все вот веду вот так вот открытый. О, Рустамчик, привет, Рустам наш присоединился. Почаще в эфир выходить. А, вот вы говорите, почаще в эфир, мои дорогие. Так я же только первый раз, вообще самый первый. Ну, так вот, лично. Ну, а я не знаю, что он дает. Ну, наверное, просто личное общение вот такое. Ну, какие вы мне добрые слова пишете. Приеду ли я в Казахстан? Да, я обязательно приеду. Есть даже такой, знаете, непреложный девиз. Анастасия, Казахстан, Россия. Вообще, это так здорово, что мое имя созвучно с Россией, поэтому подходит к любому региону. Вот так. Вот мне, видите, хорошие какие люди. Все-таки, наверное, когда живым общаешься, а сюда же эти боты не заходят, которые с нулями в кубе, ноль публикаций, ноль если этих боты, подписчиков. То нет. О, видите, хоть как приятно. Я понимаю, что все-таки хороших людей больше, чем вот этих всех товарищей. Из Киева вам привет, привет вам тоже. Вот. Ну и из Тулы тоже. Я недавно была со своим благотворительным концертом, даже с двумя. Всем спасибо, кто приходил. Ну что еще? Привет, привет. You are very big open. Окей, все хорошо. Не буду это читать, просто секси. Ну, а что? Ну, да, Бог дал мне такой темперамент. Ребят, ну, давайте что-нибудь тогда спрашивайте как-нибудь меня или, я не знаю, еще рано нам рассказывать про эту нашу программу. Давайте про день рождения Аришки расскажу, как все прошло. Ну, в общем, сначала я украсила ей комнату шариками накануне дня рождения. Для Риши это был сюрприз. Да заходи, ты, Дима, что ты крадешься? Здесь все живое. Помощник заходит и думает, можно ли прокрасться вот так вот. И, в общем, пригласили Аришиных подружек, самых ее лучших, Катю, Женю и Леру. Они у нас играли, сами себе готовили. Ну, играли, громко сказано, даже взрослые девушки. Вот, парились в бане. Я сначала парилась в бане и в бассейне была вместе с ними. Потом я поняла, что они настолько самостоятельные, что лучше их оставить одних. Они замечательные. В Большом театре там тоже праздновали. Ну, я имею в виду, который у нас наверху, на третьем этаже нашего дома. У меня есть, да, домашний театр. И потом, в общем, очень было все празднично. А сам праздник был квест. Папа сделал, папа сам участвовал в этом квесте. Был и полник, и обед праздничный. Ну, а потом было нечто сокровенное, о чем сказать не могу, потому что это была наша романтика. Вот так вот. Ну, рассказывайте, что вам еще интересно? Рядом ли Ариша сейчас? Нет, Ариша не рядом, она сейчас дома делает уроки. Очень девочка усидчивая, и я вообще так рада, что у меня именно такая дочь. Я ей очень горжусь. Она учится в школе на Ходынке и очень долго едет туда до школы, но в этом году никак не хотела поменять школу. Сказала, что будет только исключительно в этой, потому что ей нравятся и учителя, и подруги, и друзья. Кстати, на день рождения к Арише пришли 25 ее друзей. Все, кого она пригласила, все пришли, никто не отказал. И она у меня замечательная. Где я нахожусь сейчас? Я нахожусь сейчас в своем офисе. Он у меня очень уютный, мы потом как-то сможем вам провести экскурсию, показать таким видео. Здравствуйте, здравствуйте. Вы думаете, что это бесполезная массовая реклама, но это вовсе не так. Если не интересно, ребят, давайте сразу договоримся. Вот кому... вы спрашиваете, возможно ли в 15 лет заниматься балетом? Вы знаете, да, возможно, конечно. Спасибо вам за то, что вы видите, что я там очаровашка.
Что я подарила Арише, я вспомнила вопрос. Давайте я расскажу, можно ли в 15 лет? Да, можно. Вообще балетом в балетном училище занимаются с 10 лет. Ну, с 9, с 10, вот так. Но в 15 тоже не поздно. И я хочу сказать, что человеческому телу вообще все-все подвластно и возможно, поэтому люблю. Вот, извините, там звоночек прошел. И я как раз пример человека, который пришел в балетное училище в 9. Это вот все сделать так, чтобы интернет был, а звонки не шли. Это же человек. Извините, поэтому в 15 лет не поздно. Главное, чтобы найти хорошего педагога. У меня у самой не было никаких данных, кроме телосложения подходящего. Простите, люди, ради бога, но я впервые. Специально делать? Да, чтобы эфир сорвать. А сорвать эфир? Да не сорвет никто нам ничего. Если нам приятно общаться, то... Сохраним? Мне кажется, нет. Нет, хорошо, тогда завершу. Ребятки, подождите тогда минутку. Все, кто присоединился, дайте я одного придурка отключу, заблокирую, и мы с вами нормально продолжим. Про вопрос подарка, что я подарила Арише, я помню. Так что про возраст 15 лет. И закончу просто, что у меня данных физических не было, именно таких, как растяжка, гибкость, выворотность, прыжок, стопа. Но я все это выработала. Сегодня все восхищаются моей растяжкой, кого-то она будоражит. Кого-то приводит просто, не знаю, в какое-то неистовое, злобное состояние, и люди кусают локти, потому что не могут так сделать, но у меня это есть. Поэтому я для вас пример того, что все можно сделать. Что я подарила Арише, быстро скажу, пока мы не вышли из эфира, да? Я подарила Арише набор украшений. Это серьги и кольцо с рубинами и бриллиантами. Это первые в жизни вот такие дорогие украшения. Вот, скоро мы к вам вернемся. А, мы зачем нам вернемся? Да, уже не звонят. Уже не звонят, все. Продолжаю, как говорится, здравствуйте, привет. То, что я прекрасна, спасибо. Вот он, да? Давай-ка. Хорошо. Да, все, в прямом эфире. Так. Мои дорогие, ну что, вы там не ушли еще? Не, ну слушайте, вы хоть скажите, ну правда в этом есть какой-то смысл вот этих прямых эфиров? Уже много кто написал. Да, я просто, знаете, я проводила этот эфир. Ну, кстати, если хотите, будет, знаете, как классно. Можно ведь в прямом эфире какие-то даже, может быть, мои, допустим, из зала завтра балетного нюансы освещать. На фрагмент моей репетиции или там балетного экзерсиса, или, может быть, упражнений каких-то на растяжку или там... Чего-то еще. Вообще, вы знаете, жизнь моя интересная, она всегда на позитиве. Я счастливый человек, потому что я занимаюсь любимым делом, я исполняю его профессионально. У меня есть мой зритель, для которого мне есть что творить и совершать очень интересные проекты. Есть дети, которые меня любят во всей России. Вы знаете, сегодня у меня на программе, жалко, что я еще не успела пока в Инстаграме выложить эту фотографию, одна девушка, которая участвовала, ей 11 лет, она, кстати, мне сказала, что даже она блогер юный, и даже ей она сказала, что пишут всякие гадости, и есть хейтеры, и все. Вот влюблена ли я сегодня? Я всегда влюблена, и в меня всегда влюблены, поэтому это тоже элемент счастья. Такие мне пишут вещи прекрасные, да. Вот, смотрите. Так вот она, когда в конце программы подошла и сказала мне: «Анастасия, можно вас просто обнять?» И это то, что мне говорят дети везде, после каждого концерта, даже пятилетние. Это большая моя гордость, что дети нашей России знают меня лично. Они меня любят, видя мою искренность, видя вот то, что я делаю все от души и от сердца для них. То, что мы в концерте в каждом участвуем вместе. То, что после каждого концерта мы вместе поем песенку про дружбу. Я им рассказываю, что делать перед этой концертной финальной историей и песней. А после концерта мы всегда вместе. Я каждому человеку даю всегда автограф, возможность сфотографироваться, побыть рядом, что-то спросить и получить ответ. Пока я не остаюсь на сцене одна, я не ухожу. Ну, а еще бывает, что из служебного входа я выхожу с охапками моих любимых цветов. Я ни одного цветочка, кстати, не оставляю на сцене, вообще из подаренных мне зрителями. Вот. И еще меня стоят, ждут самые верные поклонники и благодарят, что я им уделила внимание. И рассказывают, как ни странно, вы знаете, такие вещи, что многие артисты после концертов даже не забирают цветы из зала, просто выходят со служебного входа и садятся в кепки или там закрывая лицо, садятся в машину и уезжают. Но это не мой путь, потому что я благодарна всем людям, которым не безразлична моя судьба. И вы знаете, даже тем, кто пишет всякие гадости, я тоже благодарна, потому что моя судьба не безразлична. И
должна сказать, что про мою любовь к цветам. Вы знаете, ведь не прощают в этой жизни. Ну, спасибо, что вот вы пишете, вот там хорошие просто слова, добрые, в поддержку, как-то все. Не пытайтесь меня защищать в этих инстаграмах, в комментариях. Чем они больше пишут, тем, во-первых, они мне защиту, эти злые люди, ставят. Не зря же говорят, когда человек идет на экзамен, ругайте его, ругайте, поэтому ругайте, обсуждайте. Главное, обсуждайте, ведь это же так. Конечно, с настоящими людьми мне приятнее больше общаться. Я цветы люблю очень, поэтому ну, мне и этого не прощают. Знаете, когда я везла свои цветы, ну, из всех регионов, из Оренбургской области, из Крыма, из Краснодарского края, и мои цветы всегда располагаются на полках багажных, даже если эти полки свободны или если они заняты, вы знаете, люди настолько восторженно относятся к тому, что я так отношусь к цветам, что они любезно свои места освобождают для моих цветов, умиляются. Я всегда, если лечу в самолете, со всем самолетом фотографируюсь. Люди тоже этому восхищаются, потому что это по-настоящему, это отсутствие понтов для приезжих, которых я насмотрелась в своей жизни. Слушайте, что-то я болтаю, безостановочно. Если вас обсуждают, значит, вы интересная личность. Ну да, значит, мы впереди. Вот, опустите камеру, потому что опять что-то там меня... Там уже никак нет. Чего? Не отпустить. Сейчас попробую еще. Спасибо, видите, я успеваю. Там просто быстро так все идет, так вот много так комментов. А так видно? Напишите. Надеюсь, что кто-нибудь. Все будет нормально. Так видно? Супер, написали, не знаю. Какое у меня образование? Высшее. Ой, кстати, интересно. Да, высшее. Я училась в высшей школе экономики и прошла полный курс MBA, если кто не знает. Моей первой дипломной работой была работа коммуникационный анализ компании «Планета Фитнес», потому что мне было интересно соединить фитнес-индустрию и танцевальное искусство. Ну и вообще мы дружим с Ириной Степановной Разумовой, основательницей этой компании. Она приходила, кстати, на мой экзамен. В клубе Ирины Степановны сейчас располагается клуб «Мадонны», единственный в России, «Hard Candy». Вот. А второй моей дипломной работы выпускной, спасибо, да, опустили уже, да. Вот. Второй работой дипломной была работа, которая мне очень близка, и ради которой я в эту школу экономики поступила. Это была работа по теме создания сети творческих школ Анастасии Волочковой в регионах Российской Федерации. Работа была принята на отлично, она мне помогла. Я создала один творческий центр, но он проработал 2 года. Я его закрыла, потому что, понимаете, этот центр, он требует такого большого личного участия. Мне неинтересно было просто из Беларуси, привет, Беларусь тоже, дать просто свое имя. Я дружила с родителями наших воспитанников, с ними, приходила к ним на занятия. Но я понимаю, что тот проект, который веду я сейчас, «Симфония добра», он помогает мне дать больше добра и тепла. Всем спасибо, что вдохновляю, ну да, стараюсь. Потому что за один проект, представляете, сколько людей я могу соединить? Например, 1000 человек, которых мы пригласили бесплатно, ну, примерно 100 или 200 ребят, которые участвуют. И вот насколько, и как мы можем общаться. Я там зрителям дарю концерт, ребятам возможность поучаствовать, плюс мастер-класс до концерта, нашу творческую встречу. И мне интереснее по России сделать много таких проектов. У меня их бывает, знаете, по 70 в год. Вот этот год немножко попроще, потому что, ну, поспокойнее. Я сама так придумала, потому что, ну, честно, очень большая эта физическая нагрузка. Вот. Поэтому вот как-то так, и творческий центр никогда не поздно создать и воссоздать. Ну вот, спасибо, Рязань, это ваш труд, это пипец, вы пишете, молодец. Но вы знаете, да, мне не жалко физического труда для добрых, как называется, перстень на руке. Честно, блин, кольцо, да, сумасшедшее совершенно. Это турмалин Параиба с бриллиантами. Мне его подарил один мой добрый друг. И вот, ну, да. Ну, мне кажется, что я достойна. Ну, что вам еще рассказать? Не знаю. Кристи, или ты, или нет, или я. Так, я думаю, в принципе, можем приступить. Уже многие ждут. Ждете? Ну, напишите нам. Красиво очень, да? Спасибо. Розыгрыши, чтобы... А вам эти, вы кто мне сказать? Я лучше с длинными волосами или как была с короткими? Нет, это не Игорь подарил мне кольцо, это мой друг подарил, один очень такой добрый. Вот. Написал кто-то с длинными, прям вам хорошо. А с длинными, да, нормально?
А мне кажется, по-разному можно. И так, и в хвостик. Но на репетиции, конечно, я собираю в хвостик эти волосы. Где вы больше предпочитаете отдыхать? О, мои хорошие, ну, конечно, на Мальдивах. На моих любимых Мальдивах. У меня два места на земле просто для меня райских. Это Мальдивы и это Греция. Вот недавно я была на Корфу. И из Греции, пожалуй, это одно из моих самых любимых мест. Ну, еще мне нравится Халкидики, но Греция все-таки с длинными лучше, да, ну, хорошо. Спасибо. Буду вас радовать, спасибо. Вот, смотрите, вот вы знаете, когда пишете вот с чистыми, не с чистыми, я вам могу сказать, мои хорошие, вот так, кто написал, вот эта недолюбленная злая тетка, я вам могу лично ответить, будучи добрым человеком, что моя душа и мои волосы чище ваши, и вы следите за своей головой, все ли в ней в порядке, когда вы пишете такие вещи. Вы знаете, какими бы ни были у меня волосы, какая бы ни была на мне одежда, я вам могу сказать, что то состояние души, которое я вношу в себе, и тот блеск и свет в моих глазах, который всегда от позитива, от любви, от занятия любимым делом, поверьте, он важнее той одежды или прически, которую я на себя надеваю. Если вы хотите развить эту тему, то я могу сказать, что вы знаете, сколько кошелок ухоженных, с прекрасными волосами, с укладкой, в дорогих одеждах. А вы знаете, вот меня еще просто поражают эти совершенно... Это тупизм такой, вот это мерение сумочками за 20 тысяч евро, за 30, мерение, знаете, брендами одежды, в которых одеваются люди. Это же просто честно, это уничижительно, потому что когда я думаю, сколько концертов я могу создать на эту сумочку за 30 тысяч евро, ну, простите, здесь уже одно. И, понимаете что? Если у кошелки ухоженной эту сумочку отнять, кто не является никем, а просто она может быть там женой или любовницей богатого человека, или просто никем, но фифой, так она никем и останется. Но дело в том, что если мне эту сумочку в руки даже не дать, и не сделать укладку, а сделать хвостик, то, простите, я умею делать 32 фуэте, и делала их на сцене Большого театра. Я останусь личностью, любимой и узнаваемой всеми, поэтому давайте не будем акценты делать. Я понимаю, что любимой и хорошей для всех не будешь. Но только самые унижающие себя люди могут обсуждать публичного человека и давать мне советы, понимаете, как мне сесть на шпагат, в какое платье мне одеться, в короткое или в длинное, надеть мне туфли на каблуках или нет, без каблуков не мыслю своей жизни, у меня два варианта обуви, пуанты или длинные высокие каблуки. Знаете, застегнуты у меня босоножки, расстегнуты, это мое дело. Потому что, мои хорошие, знаете, я вам хочу просто показать вот сейчас в кадре, да, мою стопу перебинтованную, понимаете, вот с такой косточкой, да. И все говорят еще, многие, не все, а многие, да, почему я показываю, демонстрирую свои ноги. Да вы знаете, мои хорошие, чтобы вы детям своим показали, какая расплата за успех, за эти цветы, за розы, за мой особняк, в котором я живу, который тоже не могут простить. Это я достойна этого, с жидкими волосами, с густыми. Просто у вас многих ребят, ну не у вас лично, а кто мне пишет вот это, просто фигню. У вас густые, но вы не можете их в хвостик заплести и пойти в балетный зал, потому что вы в этом зале ничего не сможете сделать, понимаете? А я могу до сих пор на сценах, поэтому позвольте уж мне, с вашего позволения, жить в моем особняке, ездить на своем белом Майбахе, понимаете, с красивыми номерами и с буквами. Имени дочери моей Ариадны, имени Анастасии Волочковой. Получать дорогие подарки, быть одариваемой цветами, носить ту одежду, которую я считаю нужным. Для меня самое главное – это чистая одежда в моем балетном зале. Купальничек, брючки, штаны такие, как сказать, клеенчатые, чтобы быстрее вспотеть, чтобы разогреть мышцы. Вот это мне важно. И чтобы вы меня любили. На ножках трудовые мозоли. Ну, конечно, сама я добилась. Ну, кто же, не вы же за меня, добрые мои друзья, в зале по 6 часов проводили с детства. Но я вам могу многое сказать, мои хорошие. Мозоли на моих ногах, они гораздо красивее, чем на мозолях, языках многих людей, которые пишут всякую чухню, простите, я так уже скажу, да, ничего не добившись в жизни, просто сидя дома, хорошо, если варя борщ. А так просто. Если у многих хватает времени вот сидеть и писать гадости известным людям публичным, я поражаюсь. Потому что
Потому что я знаю, как это сложно. Я веду сама Инстаграм, свой аккаунт. Я знаю, как сложно и много времени нужно потратить, чтобы выбрать фотографию, написать текст, поставить хэштеги, все это запустить, дело. Что? А у людей хватает времени просто сидеть и вот заниматься вот этим вот бредятиной. Молодец, спасибо, молодец. Да, как соленый огурец. А что? Так. Так. Кто-то пишет, да ладно, харе уже, ну, если скоро и будет харе, ребят, давайте, если хотите, скучно стало, давайте тогда мы уже действительно, это просто вот к вам, пишет вам, не я вам, Настя, кто-то меня пытается защитить, не вас спросить, да, забыли да, да. спросить вас, вернее, но спасибо, что вы там защищаете, но мне очень грустно, ой, я вам скажу, не надо хандрить, знаете почему, потому что, ребят, у многих людей настолько бывает в жизни все хуже, чем у нас с вами, что когда вот посмотришь, знаете, я скажу так, я недавно была в больнице, где лежат онкологические дети. Это центр, где очень хорошие условия, там все окей, и врачи замечательные. Но когда я увидела лица мам, у которых дети, ну не знаю, там 10-месячные, там 2-летние, там 6-летние, безнадежно больные раком, и они обречены на смерть. Ну, вы знаете, я даже, ну, я, естественно, сдерживая слезы и не сдерживая их, общалась с этими матерями, общалась с детками, которые кто-то машинку подарил, мальчик нарисовал мне что-то, просто провел мне экскурсию по этой клинике, мы поиграли вместе в кубики и в какие-то еще игры. Да вы знаете, ребят, вот это страшно, пока мы живы, пока у нас есть перспективы что-то делать. Если вы не влюблены, вы просто верьте в любовь, молитесь, и Бог обязательно пошлет. Вселенная слышит все. Если у человека в душе свет, то никогда ничто темное не привяжется, и жизнь всегда будет счастливой. А те, кто, ну, знаете, те, кто обижен на жизнь, если, например, кому-то грустно, плохо или жизнь не складывается, и он начинает завидовать другим людям и писать им какие-то вещи нелицеприятные или делать, то эти люди просто не понимают, что жизнь бумерангом возвращает все. Как добро, так и зло. Это так же, как нельзя злом отвечать на зло. Нужно всегда сохранять в себе мудрость прощения. Ну, вы знаете, все-таки вот Бог прощает всех и вся, но просто каждому воздает по его делам и поступкам. Но мы, люди, прощать друг друга должны. Забывать нельзя какие-то поступки, они всегда останутся в памяти. Но все равно, даже если мы говорим о близких отношениях, расставаясь, лучше оставаться людьми и друзьями, сохранять отношения, сохранять человечность. Мы никогда не знаем, что произойдет в жизни каждого из нас. Но жизнь надо помнить радостью встреч, а не горечью расставаний. Понимаете, я глубоко в этом убеждена, потому что я сама так живу, и мне живется очень счастливо, хорошо. И я улыбаюсь иногда просто, даже где-то с каким-то, может, внутренним, ну да, сарказмом над теми, кто, ну, просто реально вот из этой зависти или из своей чувства злобы или от чувства бестактности пишут или говорят какие-то вещи, осуждая человека, не зная, какой путь он прошел. У каждого свой. У меня сохранить эфир меня просят. А зачем? Ну, ладно, сохраним. Кристина поможет, потому что я не знаю, как это сделать. Проповедь – это не проповедь, это то, что я говорю о себе, если вам интересно. Если вам не интересно эта проповедь, мои хорошие, выключайте, выходите из эфира, окей? А мне есть что рассказать, да, потому что моя жизнь – это дефиле на пуантах. И осуждая других, многие не знают, какой путь прошел человек и в каких башмачках, простите. Вот. Ну хорошо, давайте про баньку рассказать. О, про баньку, ну это отдельная тема. Тут на вопросы не отвечает, это окей. Ну, баня, да, это, знаете, для меня это как спорт. К бане меня приучил мой папа. Я сегодня выгляжу прекрасно. Да спасибо большое. Позанималась, порепетировала, все классно. Ну, что-то интересное в своей жизни я вам, да, расскажу, конечно, ребят. Ну, видимо, меня, правда, много в эфире. Русскую баню я очень люблю, для меня это прям определенная такая традиция. Русская баня для меня важна в сочетании с ледяной купелью. Дома у меня, слава богу, настоящая баня на дровах, ледяная купель на улице. Даже зимой я разрубаю эту купель, потому что в ней лед, окунаюсь. И это опять что за камень на кольце? Ну, турмалин Параиб, да, с бриллиантами. Ну, да, круто.
это не зеленый камень, он цвета мальдивских волн. Смотрите, вам покажу поближе. Вот, как-то так. Вот, мои хорошие. Ну что, давайте что? Давайте слово Кристине дам. Мы расскажем про эту акцию с этими подарками. Вообще для меня это новая тема. Но, понимаете, есть люди, которые друг другу могут помогать и делать что-то хорошее. Смотрите, у нас новый аккаунт есть. Он не новый, он просто у нас второй с моим именем. Называется Волочкова, нижнее подчеркивание, подарки один. Там единичка еще в конце. Так вот, если на него подписаться, то идея в чем? Это конкурс, про который расскажет Кристина. И есть добрые люди, конечно, я скажу так, мне одной было бы не под силу это все делать, потому что я, моя инвестиция – это не деньги. Моя инвестиция даже в моих концертах – это возможность привлекать их для организации концертов. Это мои личные силы физические, это мое время, участие, вот это то, чем я занимаюсь. Но находятся добрые люди, которые готовы вам, нашим подписчикам, подарить, ну, тем, кто выиграет конкурс, какие-то подарки или, может быть, это денежные призы. И единственное, что они просят взамен, это подписку, потому что, ну, наверное, для них это важно, потому что это тоже развитие их компании. И если вы подпишетесь на этот аккаунт и на тех людей, которые подписаны, получается, в правом верхнем углу, то есть на тех людей, на которых подписан наш аккаунт, то, соответственно, вы становитесь участниками этого конкурса, и нам будет приятно, и все это я буду лично вести. Ну, а технику давайте вам все-таки расскажет Кристина, потому что нам даже пришлось поменять аккаунт из-за того, что просто многие люди не поняли, что нужно не только на аккаунт подписаться, а еще и на тех, кто, на кого подписан этот аккаунт. Потому что, вы понимаете, там даже, вы удивитесь, может быть, спонсоры не особо какие-то крутые, богатые компании, но это люди, которые готовы даже небольшие подарки сделать, да, Кристин? Uh-huh. Но они в целостности и в составляющем, они помогут нам собрать некий такой пул того, что мы сможем подарить хорошим людям. Ну, вы пишете, развод ли все это, не верите во все это, в этот конкурс. Ну, почему нет? Почему нет? Я участвовала в таких проектах, просто в других. Когда компания предлагала мне подарить подарок какой-то участнику самому победившему там, или лучшему. Я, кстати, такие проекты делала. Вот сейчас у нас... Ну ладно, я про новый проект расскажу вам завтра. Но вот в клуб, в котором я занимаюсь, и репетиционный зал у меня там, ну, где, короче, я живу. Но про эту программу вам расскажет Кристина, и давайте проверим. Это же легко проверить. Да, найдутся сейчас... обманутые люди или нет? Или наоборот, те, кто победят, напишут отзыв. Я кольцо не выиграла, мне его подарили. Извините, это никак не связано с конкурсом. Связано с тем, что у меня в жизни есть мужчины, которые меня ценят, уважают и дарят мне вот такие подарки. Я же его достойна. Сделай, Димочка, чай, пожалуйста. Там есть у меня еще эта штучка? Ну так что, Кристиночка, присоединяйся. Да. Вот Кристина. Да. Это человек, который является помощником в проекте GIF, или как он правильно называется. Да, GIF. Вот, расскажи, пожалуйста, в чем суть вопроса. Ребят, в общем, смотрите, получается, сейчас он третий пост идет в ленте. Это конкурсный аккаунт, на котором мы будем выставлять победителей в сторис. Волочкова, нижнее подчеркивание, подарки один. Вот всем, кто сейчас подпишется на этот аккаунт, сейчас, кстати, отсоединяются, люди подсоединяются, видимо, подписываются. Да? Подпишется, да. Подпишется на этот аккаунт, подпишется на всех спонсоров, они в правом верхнем углу, их 67. Вот среди этих людей мы сейчас с вами выберем троих победителей. А как мы их выберем? А сейчас, получается, мы подождем немножко, они все подпишутся, выгрузим номерки. Вот в этом конкурсном аккаунте, в шапке профиля, вверху, будет ссылочка. Вы переходите по этой ссылке, и каждому аккаунту присвоен свой номер, участвуют все. Каждому аккаунту будет присвоен номерочек, и с помощью генератора случайных чисел мы с вами выберем победителя. А у кого есть вопросы, кто, например, не может найти сейчас эту страничку? Спасибо. Там уже люди пишут что-то хорошее. Просто, смотрите, ребят, чтобы вы поняли, да? Технически эту программу ведет Кристина, потому что, ну, я надеюсь, вы от меня не ожидаете, что я должна еще и в этом разбираться. Спасибо, что вы там любуетесь и пишете хорошие вещи. Вот, но вести проект буду я, и все это будет от меня для вас.
Я как проводник этой красивой истории, поверьте, добрый. Давайте вместе решим. Все должно быть честное, по справедливости и по правде. Но как это сделать, я вам не смогу объяснить. А вот Кристина, да. А вместе будем выбирать победителя. Но это очень сложно. Мы прям выберем его сейчас в прямом эфире. То есть мы сейчас вам все будем показывать. Как мы выбираем, куда мы заходим, где ваши номерки есть. Сейчас вам это все покажу. Самое главное, чтобы вы поняли, что нужно сделать. Потому что многие просто на конкурсный аккаунт подписываются, на спонсоров нет. И сейчас, если, например, вас программа выберет, например, ваш аккаунт, да, в победителях, а я проверяю, и у вас нет подписки на кого-либо из спонсоров, то все, автоматически мы перейдем к другому человеку. Самое главное условие – это подписка, все. Вы должны подписаться на конкурсный аккаунт Волочкова подарки. И не понял, и пишут еще раз, скажите, пожалуйста, вам воздушный поцелуй? Конечно. Про розыгрыш, где розыгрыш? Они, видимо, получается, сейчас же еще две публикации выставлены, и они, видимо, потеряли этот пост. Может быть, сейчас... Меня не видно, а я просто уступила эфир Кристине, поэтому меня не видно. Ребят, третий пост в Ленин... А я сейчас, кстати, покажу его, сейчас я вам покажу. Я сейчас покажу, где этот пост. Я загорела, это, вы знаете, это у меня загар еще с Корфу остался. Честно говоря. Вот, привет, привет. Так, сейчас спасибо. Я покажу. Пишите такие вещи. Настя богиня. Отодвигать чашку, потому что она в кадре, что ли? Нет, да мы чьем, что? Ну, смотрите, каких красивых чашек. У нас все с сердечками, с любовью. Вы же нам тоже шлете сердечки. Да, да, да. Вот. Так, ну хорошо. А, кто-то не может найти тоже, видишь? Вот, там? Надо было нам его последнее. Что, солнышко? Сейчас, Ксюш. Ребят, посмотрите, я сейчас попробую показать. Вот смотрите, вот Настина страничка, вот этот вот пост, вот этот, где с розовой рамочкой. Вам нужно туда перейти, подписаться на, с розовой рамочкой. На подписаться. Это в моем аккаунте? Да, вот да. В моем личном, в котором мы находимся сейчас. Подписаться, наверное, зайти, да? И там да. Указан аккаунт Волочкова, нижнее подчеркивание, подарки один. И потом подписаться уже на этот аккаунт, в котором эти розыгрыши все будут происходить и происходят. И там еще подписаться на тех людей, на которых подписан этот аккаунт. Всех тех, кто внесли хотя бы маленькую лепту для того, чтобы мы могли кому-то эти подарки подарить. Я могу неправильно это все объяснить. Нет, это все правильно. Вот. Но, они должны быть на всех, вы должны быть, ребят, на всех подписаны. Чтобы потом не было обид, что вы подписались, а почему меня переизбрали, если, например, вы выиграли. Вы должны быть на всех спонсоров подписаны. Так, сейчас я проверю. Вот у меня вопрос, ну, наверное, к тебе, Кристина, к ребятам. А вот куда смотреть, чтобы вы видели глаза? Вот сюда в экран или смотреть? Вот сюда, как, ну, фронтальная вот камера. Сюда? Да, прекрасно. Да. Так, Дима принес зарядку. Сейчас мы зарядим. А как мы его зарядим? Тогда я буду держать. Да, да, тогда нужно будет подержать сейчас. Дима. Так, мои хорошие, зарядка пришла. Ребята, да. Ничего не заблокировали. Это старый аккаунт, на первом посте старый аккаунт просто указан, они думают, что заблокировали. Ребят, смотрите, пожалуйста, пост, который с розовой рамочкой, он получается третий. Так, а мы не поставим вот так? Наверное, навряд ли. Так, ребят, сейчас подождите, не уходите, пожалуйста, сейчас мы тут конфигурацию сделаем. Дим, принеси, пожалуйста, вот эту балерину бронзовую. Сейчас, мои хорошие, сейчас мы все сделаем. Если а вы пока, вы пока ищите, да? Этот третий пост с розовой рамочкой, ребят. Мы сейчас будем с вами разыгрывать. Три победителя с вами аж выберем. Все в прямом эфире. Дим, знаешь, какую-то, может быть, ты чашку или, может быть, такую штучку. Сейчас, смотрите, охранец мы вот так попробуем сделать. Сейчас просто смотрим, как мы можем сейчас сделать так, чтобы заряжался телефон. По-моему, нашли. Путь или не совсем? Наверное, но вряд ли он будет держать. А, вот так. А конфету да, Дима? Подложи между балеринкой и вот этим телефоном. Вот так. Сейчас, мои хорошие, дарите. Ну, это же все не так просто. Я-то вообще первый раз здесь в этом эфире. Ну, что делать? Давай еще одну конфету. О! Сразу видно мужчина. Мужчина пришел, да, вот это помощник. Варя, ну тоже вариант. Так, давай его тогда сюда поставь вместо этой штуки. А он не будет все равно бежать. Давай, Дима, все правильно. Сейчас, ребятки, подождите, мои хорошие, ну, дана просто секунду, чтобы это все дело как-то здесь нам, знаешь, кого-то надо подставить сюда другого. Ну, вот как-то так, наверное. О! Знаете, будет кино или кино не будет? Блин, ребятки, ну подождите, ну что ж такое? Сейчас, мои хорошие, подождите.
Сейчас, секундочки, ребятки, просто видите, я не думала, что я доберусь все-таки, да, вот сегодня. Посмотрим. Вот так, например. Дим, подожди, мы на правильном пути, мне кажется. Сейчас, смотрите, мы все-таки. Вот. Ребята, ничего будет вот так криво. Крис, подвигайся сюда. Ну вот, нас видно всех, да? Да, вроде бы видно. Дим, сделай. Так, ребят, ну что, все успели подписаться. Давайте, знаете как, дадим еще минут 10, наверное, чтобы вы реально успели проверить подписки. Ну, хотите, мы на 10 минут действительно как-то прервемся? Да, а вы пока будете подписываться. Спасибо, подписалась, да. Ну, ребят, смотрите, просто вы же понимаете, что здесь я впервые в этой программе. Для меня, для самой это все ново, но если бы это не было на уровне доверия моего людям, то я бы сюда не подписалась. Давайте вместе проверим. И уже интересно мнение первых подписчиков. Если мы выберем сегодня победителей, вот мне интересно, чтобы эти люди написали. Ну, в моей инстаграме пишут ужасные вещи и комменты. Напишите вот в новом этом аккаунте, да, или в директ, как-то так. Или выйдем в эфир, вы скажете, получили или нет подарки. Ну, что а мы прям думаете? В прямом эфире, если будет в прямом эфире человек, которого мы выберем, он выполнил слово, мы прям в прямом эфире переведем ему деньги. А прям как это технически эфире. Будет? А это я все с телефона своего другого буду делать. Ничего страшного. Так, мои хорошие, ну что вы думаете-то по этому всему? Привет-привет. Где спонсоры? Крис. Спонсоры, смотрите, третий пост. И какие Настя, подарки спрашивают люди? А все написано под постом, сколько подарков, какие. Если вы спрашиваете про сегодняшние подарки, то сегодня мы выберем троих победителей и подарим им по 5000 рублей. Это денежные такие призы, и я думаю, что это будет тоже классно. Вот как выиграю, вам сразу напишу. Я вот. Выиграю, сразу напишу, сколько халявщиков хотят подарки. Да почему халявщиков? Мы же это делаем для подписчиков, для людей. Почему халявщики? Вы подпишетесь на аккаунт, вы свои голоса отдадите в пользу тех людей, тех самых спонсоров и доброжелателей, которые все это помогли сделать. Они будут счастливы и вам приятно. В чем тут халява-то? Настя, я знаю, что сейчас думаю. Вот кто-то написал про халяву, и вот сейчас возьмет и выиграет. А, да? Вот будет вообще прикол. Вот, кстати, такое очень часто бывает. Правда? Ну, но я сколько провожу эфиров. Ну, пусть это будет приятная халява, зато да, вы сами чтобы купите поверили, себе да. на 5000 рублей что-нибудь приятное. Это точно. Вы знаете, а мне одна женщина сегодня написала в инстаграме, что она написала о том, что если она выиграет, ну, там, денежную сумму, все, то она отправит на помощь, там, ребенку больному. Я не думаю, что этой суммы хватит, конечно, но... Было так приятно, ну вообще приятен был этот позыв и порыв души. Ребят, я вообще, конечно, да, я столько видела именно вот больных людей в этой жизни, что, знаете, надо ценить каждый день жизни, и каждый ее час и каждое доброе слово. Не бери блеска к сердцу негатив. Да нет, к сердцу не беру, конечно, не беру. Иногда жалею даже тех людей. Моя дочка классно танцует. Да, ребята, вы знаете, моя дочь вообще, она училась в моем творческом центре, ну, занималась. Там были занятия и танцами, и актерским мастерством, и хореографией, и гимнастикой, акробатикой. В общем, как-то так. Очень я добрая, знаю. Мне все говорят, что моя доверчивость – это вообще самый большой мой недостаток. Но лучше жить так, чем жить в паранойе, не доверять людям, видеть в каждом опасность. Что вы, Бог мне воздает гораздо больше, чем я отдаю. Так вот, что касается Ариши, она избрала другой путь, ей не подошел этот балет и классическое искусство, ну и особо Ариша данными не располагала, и несмотря на то, что я свои данные вырабатывала сама, и она тоже могла бы так сделать, но она выбрала более современное направление, и сейчас она занималась в разных студиях танцевальных и даже сама придумывает танцы. У нее разные направления. И рэп она читает, и хип-хоп танцует, и что-то придумывает. Ну, как ни странно, вот эти ее танцы, придуманные ею самой, снятые на видео в сторис, я выкладываю, когда в своем аккаунте, они набирают там больше, чем 500 000 просмотров. Представляете? Ну, значит, интересно. Ну вот. Ты молодец, говорит, нервы железные. Ну да, выдержать все это нелегко, конечно, и все, что по жизни. Вообще, да, мне пришлось выстоять в жизни то, что не под силу многим мужчинам было бы выстоять, но только сильным людям даются сильные испытания. Но за это же ведь вы меня любите и уважаете за мою силу, смелость в поступках, в высказываниях, в том, какая я есть,
в умении оставаться самой собой, умение быть настоящей. Вот. Ну там они говорят, давайте уже начнемте, что-то еще там. Наверное, не 500 000. Что? Ну, 500 000, это что, не 500 000, мои хорошие, вы что там делаете? Вот, это же правда. Ну что? Ну, что там нужно делать, Крис? Так, ну, спасибо. Ребят, все, они просто еще подписываются. Я боюсь, что вы потом пока подписываетесь, да. Потом. Не обижайтесь тогда, не на что, в принципе. Ну, знаете, просто еще могу сказать про осуждающих, да, людей. Я, конечно, не беру это близко к сердцу, потому что я понимаю, что, вы понимаете, я могу жить так, как я хочу, и я живу открыто, мне нечего скрывать, мне никогда не стыдно за то, что я делаю в этой жизни. И я уже сказала и сделала настолько много в своей жизни, и именно сделала больше, чем сказала, что, в принципе, я могла бы уже сесть на диван дома и вообще ничего не делать, но это не мой путь. Отдыхать мы, каждый из нас, имеем право так, как мы хотим, и это право каждого человека. Но столько людей не могут, знаете, пережить, что я могу позволить себе выходной день тогда, когда я хочу это сделать. Я могу проснуться, посмотреть в огромные окна моей спальни, которая 102 метра квадратных. Понимаете, я действительно это заслужила, потому что я знаю, что такое спать на полу, что такое жить в коммунальной квартире, совсем в других условиях. Но я заслужила и заработала те деньги, на которые я купила себе дом. Ну да, друзья мне тоже помогли, я не скрою. Но я могу посмотреть в окна спальни своей утром на огромное солнце, бьющее мне в лицо, и подумать, а пусть весь мир подождет, и остаться дома, париться в бане, заниматься просто у себя наверху, там на третьем этаже в большом театре, и радоваться жизни. Вот. И, ну, конечно, мало кто может пережить тот факт, что я могу уехать на свои Мальдивы любимые или в Грецию тогда, когда мне захочется, что я могу дома отдыхать. Кстати, помните, кто-то спрашивал, где я люблю отдыхать? Я люблю отдыхать на Мальдивах, в Греции, я повторю. О, кто-то пишет, что подписались, там все. Но я очень люблю отдыхать у себя дома, вот вообще не выезжая. Я сажусь, когда на веранду своего дома, особенно когда тепло, я слушаю пение птиц, тишину, вижу красоту своего участка, вот этих туй, радуюсь жизни и благодарю Бога за то, что у меня это есть. Вот, поэтому вот так. Ну, что там? Ребят, ну, в общем, смотрите, как мы сейчас поступим. Кто уже успел подписаться, мы сейчас выгрузим номерки, это займет буквально минуты две. Кто подпишется уже после того, как мы выгрузили номерки, соответственно, вы уже будете участвовать в следующем розыгрыше. Настя еще очень много денежных призов будет разыгрывать. Вот, поэтому буквально через минуту мы начинаем выгружать всех, кто успел сегодня подписаться. А как ты это сделаешь? А это я сейчас программу запущу, и она всех выгрузит. Будет ссылочка в шапке профиля, я ее вставлю на страничке. Ребят, если честно, для меня это темный лес, я вам сразу скажу. Но зато это честно. Я не буду сидеть понтоваться и рассказывать, я сейчас при Насте все буду переводить. Потом у меня есть Кристина. Мы познакомились не так давно, Кристи предложила эту тему, но я знаю, что у меня все будет профессионально, потому что каждый должен заниматься своим делом. Да, согласна. Вот, ребят, поэтому все при Насте сейчас будет переводиться. Все при Насте мы будем выбирать победителя в прямом эфире. Как выберем сейчас троих? Самых хороших, самых добрых. Да, сейчас все. Тогда я запускаю сейчас программу, кто успел подписаться, и остальные ребят, кто подпишется и вашего номерка когда-нибудь, это то есть, ну, вы подписались немножко позже, вы будете участвовать просто в следующих розыгрышах. Настя еще обязательно выйдет в прямой эфир, да, Настя? Конечно. Ну, теперь, да, раз вы хотите этого, ну, я просто очень многие просят. Что это как-то, не знаю. Вот. Так что давайте все подписывайтесь, через минуту я выгружаю. Я сейчас запускаю программу в шапке профиля на Волочкова, нижнее подчеркивание, подарки один, в третьем посте смотрите ссылочку. А в шапке профиля будет ссылочка на ваши номерки. Все, я пишу человеку, он сейчас будет выгружать. Пока можно. Ну давайте, сердце стучит все быстрее. О, привет из Крыма, да, ой, Крым, привет. Слушайте, я в этом году к вам не приехала, но вы знаете, я думаю, может быть, у меня осенью получится, просто... Ну, действительно, в этом году я позволила себе отдохнуть, но, ну, летом. Но я у вас была 4 года подряд, у меня было по 8 концертов каждое лето. Я вас всех очень люблю и никогда не забуду прием ребят, участвующих в Крыму, и тех, кто отдыхал, и тех, кто танцевал со мной в концертах. Вы знаете, это было так трогательно, я в Инстаграме
выкладывала, заливала эти видео, как дети бежали ко мне из зала на сцену, просто в конце концерта каждый по очереди выбегал, они просто меня окружали. Это было просто грандиозно. Ну и, конечно, Сергей Валерьевич, глава Крыма, столько делает для народа, для людей. И сколько внимания он уделяет культуре, искусству и вообще всему самому прекрасному, что происходит в этой регионе, в этом регионе. Вот. Меня кто-то спрашивает, не хочу ли я завести собаку. Вы знаете, моя дочка мечтает о собаке, и она мечтает очень давно, где-то с 4 лет. Но вы понимаете, во-первых, собака – это очень большая ответственность, очень большая. У нас живет кот, белоснежный, классный, серебристо-британская шиншилла. И мы его очень любим, он очень подходит, ну, подходит к интерьеру нашего дома, белоснежного тоже, очень светлого. Ну и, вы знаете, я просто понимаю, что если мы заведем собаку, то за ней некому ухаживать. И если эта собака будет одинока, ну, просто ей не будет радости от пребывания в нашем доме. Ну, если честно, я еще так скажу, я как представлю, как эта собачка с грязными лапами осенью прибежит и на диваны на белые мои будет прыгать. Нет. Я так дорожу чистотой в нашем доме. Вот. Из Питера привет. Господи, мои родные, это же мой родной город. Скоро, кстати, приеду. У меня там папа. Ну, к сожалению, да, инвалид. Ничего не говорит уже 10 лет после инсульта. Ну, не знаю, пытаемся справляться как-то так. Вот. Почаще выходить в эфир? Ну, не знаю. Я просто не думала, что это все интересно. Ну, хотя... Что мы пьем? Мы с Кристи пьем чай из кружек, да. Вот с такими сердечками. Вот. А Кристина дочка, маленькая Ксюша, сколько с Ксюшей лет? 3 года. 3 года ей. Тоже вот хочет балериной стать. Хочет балериной стать. И поэтому Ксюшка играет там уже в детские игры какие-то на айфоне на втором. Что вот. Из Украины привет, Украина привет. Столько концертов вообще моих прошло у вас. Давно уже, правда, но... Вот, ну что? Сейчас буквально 5 минут. Сейчас там программа это все выгружает. Они, кстати, еще успевают подписаться. Да, вы успеваете там что-то подписываться. Ребят, ну смотрите, кстати, давайте. Можем, если... Спасибо, что хорошо выгляжу. День был тяжелый, честно говоря, потому что и репетиции, и занятия, и съемка. И съемка 2 часа шла. Ну, была такая позитивная очень. Вот, Тюмень, привет, Зреутова, все, привет, как дела из Тюмени? Ой, класс, это все регионы, где я танцевала, там живут самые замечательные люди. Вообще все, что севернее, это просто мега наша Россия. Вот, Ульяновск, ну, скоро все будет. Вот, что там у вас еще? Так, ну, про диваны, да, кто-то меня пытается защитить, что заработал. Да, ребят, все, что в моем доме, все, что вообще у меня есть в жизни, я заслужила и заработала большим своим физическим и адским трудом, вообще невероятным. И когда все думали, что я живу в особняках, я жила не в особняках. Я жила в съемных домах и переезжала с 4-го месяца беременности. Но у меня были по жизни... И есть, да, поклонники и мужчины, которые считали и считают, что я достойна лучшего, и была достойна и есть. Поэтому, извините, вы можете судить меня за мои майбахи, за особняки, за бриллианты, за кольца, за что угодно, за возможность отдыхать. Но только помните, что за всем этим стоит труд. И это правда. Чесать ногами – это не чесать языком, поверьте, пожалуйста. Вот. Я, кстати, могу сказать, что мне было очень интересно участвовать в драматических проектах. Один из них был с Иосифом Рахильгаузом, это такой известнейший наш режиссер. Это был спектакль, у нас пришел мужчина к женщине, который ранее играли Альберт Филозов и Любовь Полищук. Мы играли этот спектакль с Саидом Баговым, правда, мы переделали полностью. Я, знаете, у меня с Мерседес, что? У меня не Мерседес, у меня белый майбах жемчужный. Вот, подаренный мне 2 года назад одним из моих поклонников. Вот. И, короче, смотрите, я просто про спектакль хотела сказать, что это была очень интересная работа с Саидом. Полностью я все переделала, ну, декорации. Мне Иосиф Леонидович разрешил все это обновить. Я все люблю, вот, знаете, такое прям классное, мега. Вот, полностью все переделали, костюмы, саму постановку. Сейчас Иосиф Леонидович Рахильгаус предлагает мне возобновить работу с ним в других проектах или в этом. Вот. Ну, а еще интересно была антреприза, она проездила, ездила по многим городам России, но также в Казахстане мы были, в Прибалтике, не так давно, вот летом даже.
И тоже интересная была антреприза. Она называлась «Леди». Тоже под меня полностью, переделали спектакль и название этого спектакля. Он раньше назывался «Куколка». И сценарный план, и роль. И даже благодаря одному из партнеров, очень дорогих моему сердцу, Илье Соколовскому, вставили в этот спектакль часть «Умирающего лебедя», фрагмент этого номера. Он очень хорошо вписался. Так что вот, а партнерами в этом спектакле были Сережа Астахов, Илья Соколовский, Саша Горшков, Андрей Харитонов. Очень интересный проект. Надеюсь, что еще он будет жить и вы увидите. Вот в разных мне ипостасях увидите. Так, что у вас там происходит? Это я просто, знаете, как говорится, ну, время занимаю. Мне кажется, уже вам неинтересно. Ну, неинтересно, отключайтесь. Я сама уже, честно говоря, хочу немножко отдохнуть. Можно, кстати, правда, сейчас завершить прямой эфир, мы сейчас выгрузим. Ну, а как вы думаете? Ну, можем просто завершить сейчас, пока просто. А потом заново в него выйти, что ли? Выйти заново. А сколько времени? Может быть, не это самое. Привет из Одессы. Привет, лучше. Мне очень приятно. Просто еще не знаю, час ли мы сидим, потому что через час он отключает прямой эфир в любом случае. Мы вышли в 21:01, что час уже сидим. А мне Кристина скажет, что 15 минут. А так всегда. Беларусь, привет. Вот оно, как кто-то пишет, все злюки свалили отсюда, мои хорошие. Мне очень приятно, спасибо. Пишут люди, давайте быстрее. Ребятки, я честно не знаю, как это физически сделать. Вот Кристина, ребят, подскажет. выгружаем номерки. Скоро я уже добавлю в конкурсный аккаунт Волочкова подарки. Истра, привет, я очень люблю ваш город. Я была неоднократно с моими благотворительными концертами. И самое любимое мое место, знаете, какое у вас? Это Новый Иерусалимский монастырь. Там замечательный монах Николай, мы с ним дружим очень. Ну, я его называю отец Николай. Вот. Так что бываю у вас. Ну, так, ребят, я просто не знаю, как лучше поступить. А скажите, вот ответьте кто-нибудь, кто слышит, да? Если сейчас, например, отключиться из эфира и потом в него где... Мне несложно в нем находиться, просто сколько по времени это займет? Смотри, сейчас он сам автоматически отключится, но в любом случае придется его выключить, потому что эфир всего час. Вот. И кто-то сидел вместе и час слушал. Причем, знаете, что интересно? Вот прямой эфир вот этот, он меня, он так как проносится. Вот так. А программа, которую мы до этого снимали, сейчас на Первом канале, 2 часа, даже больше. Она просто длилась вечность. Мне казалось, идет 5 часов. Понимаете? Что? Нет. Не надо отключаться. Но если оно само отключится. А сколько надо тебе времени, чтобы вот это сделать? Вот буквально мне выгружают все номерки, потому что сейчас они из-за того, что стали массово подписываться, программа их видит, и она их добавляет. А просто, Настя, я супер. Ну, ребят, спасибо большое. Все-таки я понимаю, что если не могут, смотрите, сюда приходить вот эти боты, которые пишут мне в Инстаграме комментарии с нулями подписчиков, нулями публикаций, нулями подписок. Вот. Значит, все-таки вас хороших больше, настоящих. Значит, может, действительно наши прямые эфиры как-то помогут нам вот, быть вместе. Вы... О чем программа была? Ой, программа была добрая, очень хорошая. Ну, знаете, о простых людях, которые снимают, как кто-то снимает хайпы, причем люди в возрасте. Но очень интересно. Очень интересно было увидеть этих людей, в них видишь жизнь, позитив, и вообще танцевать нужно всегда и всем. Вот. Я настоящая, да, я настоящая. Спасибо, я знаю, что меня любите. Вот. И еще были 2 героини, это были маленькие девочки, ну как маленькие. Одна была 6 лет, которая покрасила маме волосы. И, там. Ну я не могу вам, наверное, рассказывать сейчас историю программы, то мне интересно будет смотреть. Очень. Осталось что, 56 минут? Да, все, и я номерки ставлю, и так надо сколько будет перезапускать. Все, я номерки сейчас ставлю. Можете заходить, смотреть каждый свой номерок в конкурсный аккаунт Давайте Насти. Вы посмотрите. Дружу ли я с Малаховым? Ну, не то, что я с ним дружу, но общаемся по воле службы этой, как называется, телевизионной, ужасной, в которой мало чего настоящего осталось, поверьте. В телевизионных эфирах меньше настоящего, чем в таких. Вот. Ну хорошо, давайте пусть заходит на конкурсный аккаунт, я сейчас номерки там уже ставлю прямо сейчас. Ну и... давайте вы, да, как-то, Крис, скажи, что ребят, все, заходите в конкурсный аккаунт, номерки выгружаем, и вы посмотрите каждый свой номерок, и мы уже выйдем в прямой эфир и разыграем в прямом эфире все, как это все происходит, вы все это увидите. Буквально 5 минут, посмотрите, каждый себя найдите, кто успел подписаться, и будем разыгрывать с вами
денежки. И тогда через 5 минут мы выходим опять в эфир, да? Ровно через 5 минут. Да, все, у нас как раз телефончик загрузится. Да. Совершите. Давай. Сохраним. Мы сохраним. Я сохраняю, девочки, мальчики.